Концертом народных песен начали семинар «Работники культуры». Он прошел в Нижнебишевском СДК. В фойе гостей встречала выставка предметов народных промыслов, истории поселения, урожая этого года. Коллективы сельских домов культуры показали участникам семинара театрализованное представление о старинных ремеслах, то, чем славились предки современного Нижнего Бишева. Этим занимались прям все деревни. Это их было ремесло. Им было тяжело, им денег не хватало, они этим занимались. И хоть какие-то деньги получали этот доход. Вот сейчас мы это ремесло как бы восстановили этот станок и вот показали всем театрализованно это представление. Далее началась официальная часть семинара. Начальник отдела культуры Заинского района ознакомила с итогами работы отдела за этот год. Она сделала упор на работу сельских домов культуры как главного хранителя народных традиций на селе. Наша работа оценивается нашим вкладом в общую духовную копилку, то есть измеряется количеством людей, воспользовавшихся этим и получивших от этого духовное удовлетворение. Также на семинаре обсуждался вопрос работы сельских библиотек при общении к чтению молодого поколения. Сегодня основная задача библиотекаря. На семинаре также были затронуты другие актуальные вопросы.